Слова из пятого урока. Школьные предметы, расписание, какие предметы изучаете с первого класса в этом учебном году, изобразительное искусство, познание мира, физическое воспитание, с соседом по парте, мир чисел и цифр, преподается 2 раза в неделю, иностранные языки, узнать больше, интересуется, сколько раз был, будет, сегодня, завтра, вчера, позавчера, послезавтра. Укажите портфель, точилка, города, песня, страна, станция, зуб, желтеют, идет снег, идет дождь, дует ветер, много забот, в лесу собирает, желудь, рыбы, звери, насекомые, любит чистоту, очищает.